Неправда, сейчас я снимаю. Только не надо. Ты, блин! Гениально. Как мы залазить будем? Да ладно, здесь можно залезть. Вот так вот. А, нет, нифига. Ага. Ну тут можно сундук поставить, сейчас я поставлю. Сейчас я сундук. Сундук на сундук не прокатит, Илюха, не прокатит. Прокатит, смотри. Давай, давай. Блин, я воркбенч ему снес, нужен воркбенч для крафта сундука. Ты, блин. Сейчас я посмотрю, можно ли мне скрафтить. 50 дерева не хватает, Илюха. Быстро. На, держи дерево, держи. Быстро. Крафти воркбенч. Твое счастье, Илюшка. Кстати, хочешь прикол? Нет. Те двери, которые мы сломали, мы можем забаррикадировать. На, забери дерево, а то мне его деть некуда. Давай сюда. Тут полезная штучка. А, ты забрал? Да где? А, все, забрал дерево. Ну, я чисто по приколу хочу ему двери забаррикадировать. Давай которые... быстро. Сейчас, подожди. Смотри. Ты, блин, куда мне ставить? Поставил дверь. Стой. Блин, fucking idiots. Не так вообще надо. Давай, в другую сторону мы уже не поставим. Если мы сломаем, порог появится, надо будет ждать. О, хорош! Все, вот так-то. Так-то. Ант пел, не помню. Да, стой, блин. Ну надо же доломать, ты что, эта миссия не оконченная. Блин, ну ты... Ах, да, здесь маленькая. Только нашу не сломай. Окей, я сундуки здесь не сломаю. Что здесь? Кожа, руки не надо вообще. Так, что тут у меня? Топорик желтый уже, 30 использования еще. Мне сейчас, скорее всего, красным станет. Все, стал красным, я же как ванга вообще. О, 4 батончика, а что ты не забрал? В смысле? А, ладно. Так, у меня есть поиск. Ладно, все равно нам ничего не сделают, у меня 5000 хп. А ты про меня подумал? Я тебе помогу. Вот, минус один сундук. У меня просто топорики закончились. А у меня попросить не судьба. Все, го. Хотя подожди, я скрафтить могу топорик, сейчас доломаем все. Хантинг болл. Ты что там делаешь? Сундук. Только сундук. Воркбенч еще не сломай. Стой. У меня есть идея. Good idea, man. Стой. Вот типа. Стой. Блин, поставить нельзя. Вот это обидно. Короче, он тебе не нужен, да? Уже нет. Ну и правильно. Да дестрой не ты его, что ты делаешь? Да забывай я вот что. Так, все. Стой, погоди. Вот так вот. Теперь они, по сути, всё, не пройдут. Все, го. Ой, дверь надо. О, залазь, фонарь. Я... Залазь, я дверь закрою. Дверь закрою, залазь. Да я закрою дверь. Все, го. Только не промажь. Погоди, шок 9. Отлично. Сел 66.1. Блин, 65.1. Все. Оп. Короче, сойдет. Все, Илюх. День удался. Мы зарейдили. Или как? Нет, мы. Мне кажется, мы в минус ушли, почему-то вот мне так кажется. Не знаю почему, но реально что-то мне кажется. Да, там, конечно, было много патрон. И о, тут их нельзя бесконечными поставить, но... Ну сейчас, короче, из пороха скрафтим эксплоусив. Посмотрим, насколько мы окупились. Может, мы даже в минус. Давай, доламывай. А нафига я ломаю это все, если мне планки никуда не идут? У меня инвентарь был заполнен, и планки просто в небытие уходили. Ты, блин. Все, го. Что тут в сундуке есть? Ничего тут нет. А в костре? Опа, уголь заберем. Забери уголь. Мне заняться больше нечем. Все, пошли, дом зарежем. Надо всегда рейдить тех, кто обижал нас, короче, когда мы нубами были. Вот они меня убивали много раз, пока я был нубом и пока не стал мудрым. А теперь я им ответочку дал. Так, тут а мы, ты ну, там я, залезешь, справа. Я тут, конечно, залезу, а ты нет, поэтому обходим. Так, что сюда.
А? Забаррикадировался. Я. Я сейчас, кстати, напишу кит, сделаем кучу этих, ты понял? Дерево, где дерево мне, блядь, самое подкинь. Да, сделаем кучу этих и застроим. Где, блядь? Все, надо вылаживать. Куча пороха, куча всего. О, офигенно вообще. Сейчас я сейчас скрафчу кучу эксплозива. Сейчас я скажу, сколько эксплозива скрафчу. Да-да. Так, что погоди, этот... Неужели это все? Что, мало, что ли? На две сишки, на три сишки эксплозива скрафтил. А потратили мы 5. Так, погоди. Ну, это я имею в виду, что мы, что я скрафтил именно вот с это, его. Вот это, с, именно вот скрафтил это, с его это... ресов. А подожди, что-то закончилось, подожди, поэтому я не смог скрафтить, что-то закончилось, непонятно что. Вот металл? Это... Что? Металл? Огребай металл? Ну, в принципе, меня купились. Металл забирай, нужен, нет? Нет, пока не нужен. Ну, вот и все, значит, и... Ну, единственное, что меня порадовало, ну, как единственное, немного чего порадовало, но все же болтовочка это четко, болтовочка так, это... Так, сейчас, погоди. Стой, у нас там ресерчики-то остался, не? Или нет? Должен был. Скрафти мне ресерчики-то, я изучу ресерчики. Нормас идея. Ну еще один скрафт, не серьезно. Да я не могу, он дорого стоит, его легче найти реально. Да ну скрафт. Да он дорого, говорю, стоит, потом изучишь, тебе что, он так срочно надо или что? Да. 4 сишки скрафтил, а было 5. Но у нас только... Ну, короче, на еще один рейд у нас хватает. 3. На еще один рейд у нас хватает, но нужно найти нормальную хату. Такую хату мы больше не будем рейдить. Ходи, 37. Мне, конечно, были ресы, но это говно, не ресы. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне там понравились только патрончики. 37. Ну и 4 сиськи, которые не знаю. Так, смотри, я теперь куча аптечек крафчу и продам их. Так, все. В общем... Так. Шоп 3. Типа, я с ихнего дома залутал 8 тысяч. 8 тысяч сикфлан залутал. Карл, я 8 тысяч с их дома залутал. Поздравляю. Так, а я сейчас с надеждой себе вот, скрафчу. Короче, в китроде дается 250 метафрагментов, 250 метафрагментов непереплавленного, 250 сульфура непереплавленного и 5000 дерева. Наконец-таки на этом сервере мне... Я смог скрафтить P250 на 3 слота. Да. Вот так вот. Так, я, короче, крафчу на все шипы, да? Да, мне скинь. Сбагри. 25 шипов вышло. Сойдет. Давай сюда. Сейчас я все шипы соберу, что у нас есть. Сейчас я тебе дам половину, ты тоже будешь. На, забирай. Сейчас, погоди. Так, у меня еще деревца есть, ты шо? Какие деревца? Нет, не трать деревца, забирай лучше шипы вот эти. У меня свое деревце есть, ты шо? Не трать, у нас не... У нас где? Это... Да, вон я. У нас скидывал, блин. Вот, твое вот. Счастье, что у меня это есть, место есть в инвентаре. Ты сказал скинуть, я скину. Какие-то выходы начали. Да блин. Я прям жестко застраиваю, чтобы нам подстроиться нельзя. Которые я скидывал. Вообще жестко, прям вообще. Во, топчик. Все, одну фигню я застроил, теперь с одной стороны к нам нельзя подстроиться, надо еще застроить остальное. Погоди, я хотел застроить вот это вот. Давай вот это полностью не будем застраивать, смотри, вот так вот, я сейчас огорожу то, что будем застраивать, все остальное не надо, это сильно много всю кору застраивать. Всю кору это... Нет, все, ну стой, ну что ты творишь? Идиот. Вот. Всю гору вот это бесполезно. Здесь к нам можно будет пройти. Легко. Всю гору застраивать бесполезно. А, нет. Кровотечение. Ну, зашибись. Блин, не могу шипы поставить. А ну-ка, сейчас, погоди. У меня такой вопрос. Так.
Всем внимание, вопрос. Илюха, погоди, но ты немного не обессудь. Это, ты сейчас, погоди. Оп. Блин, я не могу ставить здесь. Ладно. Да что ж такое, я не могу поставить эту фигню тупую. Где да есть дерево поставить маленькие шипы, потому что большие нифига не ставятся. У меня есть 250 дерева, как бы. Вот, скрафть маленькие шипы, маленькие. Идиот! 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 Как здесь пройти? Да никак, говорю, маленькие скрафти застроил. Вот именно, так. Как я тебе скрафчу? Что, как ты скрафтишь? Ты сказал, у тебя дерево есть. Да, только ты там забаррикадировался, как не знаю кто. Ну, так и надо, чтобы никто не пришел. А как прийти домой? Никак, там будет вход. Вот именно, умереть нафиг. А нам не надо выходить, нам нормас. Правильно, за ресами сходить никак нет. Зырка, вот это вообще антирейд хата. Угу, кто бы что говорил. Ну вот и все, как раз таки маленькие. Вот так вот надо шипами застраиваться, заколебаются ломать шипы. Не то, что маленький вот тут поставь, алло. Погоди, я только пришел. Ты где, алло? Я вот так пройти могу. А меня коцает, так что все, давай. Дай мне шипы, дай мне шипы. Скапывай, давай. Дай мне все шипы. Что, куда они укатились? Блин, маленькие, они говнецо, их перепрыгнут. Их перепрыгнуть можно вообще. Блин, кровотечение нафиг, 30 хп. Ты, блин, даже они не ставятся, пишет, типа, вот мешает. Мешает, что-то пишет. Блин. Да что может мешать, ну нормально. Нормально же общались, что такое? Чё оно не ставится? Немного веселье. Немного веселье. Давай вскапывай свои шипы, не мешать мне проходить. Да ну реально, ну мне без разницы, давай вскапывай. Что тут может мешать вообще? Давай вскапывай. Это нет. Оно пишет, что что-то мешает, хотя нифига тут не мешает. Вскапывай. Оно не ставится, что за фигня. Вскапывай свои шипы, быстро. Походу вот так вот придется. Офигеть, я. Шипы вскапывай. Я в пустом пространстве ставлю, мне пишет, что-то мешает. Шипы быстро вскапывай, я тебе говорю. Зачем? Нет, хай все будет застроено. Так мне неудобно здесь проходить. Да это твои проблемы, я могу, да вот ты именно не можешь, иди гуляй. Оп, все, прошел, нормас. Сейчас я все сделаю. Дубина. Давай делай. Вот и все. И что, это тут пройти можно, дурак? Да ладно. Окей, хочешь вот так? Я придумал, что я сделаю, чтобы вот тут не прошли. Вот так вот, короче, сейчас все сделаю, сейчас все. Дебил, блин. Конечно, 5 кхп, это все нормально. Шипы нам нипочем. Так зато лянь, как все застроено топово, шипами, да, все покрыто просто. Все просто шипами покрыто, понимаешь, Карл? Они вообще не ставятся, вот, все, наконец-то поставил. Блин, чтобы заработать дерево, надо поставить вот это и снести. Вот так берешь. Вот так берешь. Ты что там уже, блин? Надо дерево просто заработать. Оп, минус. Оп, минус. Минус, говорю. Нормально. И вот так берешь, все, Илюха. Ты не пройдешь. Ты в этом уверен, да? Ты такой, дестрой. То есть ты так уверен, да, в этом, что я не пройду? Что ты там пытаешься сделать, я не понял. Что, ну что ты еще теперь? Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, знаешь, как у меня еще этих шипов? Ты не поверишь. Ну так ставь их, что ты стоишь-то?
Да, только было бы куда ставить нормально. Ну вот, смотри, пошли со мной, пошли со мной. Да. Вот тут пока нельзя закрывать. А, ты ж не можешь пройти тут. Дай их мне я поставлю. Да конечно, пошел. Это мои шипы. Так, тихо, блин. Хотел поаккуратному, ничего не получалось. Да ты пошел. Нет! Я возьму только шипы, все остальное бери себе. Собака. Я говорю, я только шипы его. Нет, чего тебе надо, блядь? Вали отсюда, блядь! Нет, ну просто надо вот там дырку застроить. Митяра тупая. Огромная дырка, надо нет, это застроить. Нет, вали отсюда, блядь! Надо дерево на 1010. Надо еще на 1005 дерева, короче. Да вообще, блядь. Отвечаю, надо еще на 1005 дерева собирать. Вот сам и добывай, митяра тупая. Да ладно тебе, я всего лишь тебя убил. Конечно. $200 за фармил. Да? Нормально. Всего лишь-то. Ха! $200 твоя! А не моя. Держи, возьми пешку и дерево возьми. Возьми быстрее, пока не укатились. А! Вот и все, укатились, все. Я тут со своими разбираюсь. Вот, не возьми, мешай. Короче, не, возьми, не мешай мне, не мешай мне. Возьми, короче. Да не мешай мне, не. Вот что ты сделал, блин? Теперь как я зафармлю твои ресы? Никак. Вот 120, ну сойдет. Ты их по 200. Короче, нам нужно еще 8000, и мы апгрейдим клан. А опыта у нас хватает еще намного. 20к мы снимем, останется 120к, потом 40к мы снимем. Еще на 3 уровня опыта хватает. Именно опыта. Опыта нам хватает на 3 уровня, нам нужны деньги. Так, опыта, я... Все, нормально. Так, что я хотел? Сейчас я, короче, еще 1005 дерева добуду, чтобы окончательно все застроить, чтобы у нас весь дом в шипах был. Да ты надоелся своим 1005 дерева. Не скатывайся. А потом, короче, ты мне должен будешь помочь вообще очень. И тебе ничего не должен. Там вообще будет очень жестко это все делать. Надо будет все ресы снизу наверх перенести. Вау. Вот ты сам строился, сам и делай. Че это я? А ты со мной живешь, так что ты со мной пойдешь домой. Неправда. Блин, что скрафтить? Ты прописал какие-то моды или как-то модры, что-то вроде того. Так. Кого прописал? Кит модер. А, я прописал кит эти. Кит дерева. Кит модера еще не писал. Как вернусь домой, пропишу. Давай, это как раз. Хотя ладно, кит модер. Я продам твои эти. Все, нормас, кит модер. Быстро сюда модули не скинул. Все, отлично. Получил кит модер. Модули мне сюда скинул быстро. Хеауту. Где? Так что это такое? В кит-модере дается антирадиационный сет. Давай 200... сюда продам. Антирадиационный сет MP5 по 250 и 9 мм пистолет. И 500 патрон на 9 мм. И, да, и 10 больших аптечек. А модули? А, и все. И 50 еды дают. 50 еды модули еще. На пистолеты. На оружие. А, ну нафига не тебе сейчас. Ну сейчас я домой дойду туда. Тогда пропишу. Ты что думаешь? Сколько у меня уже дерева? Уже 1000 дерева. Надо 5000 насобирать. О, вижу складку дерева. Не полную, а то вижу. Умирай. Умирай, я говорю. О, сколько здесь дверей не хватает. О, сколько здесь дверей не хватает. Да. Хватает. Так, где тут дерево еще можно было добыть? Ты сюда. Я вижу куча камней, я не вижу дерева. Мне нужно что именно это... дерево. Такой... Прикинь, я ударил, сломал один камень, получил 50 железной руды. Да? Вот ты мощный. В принципе, если изучить железные эти вещи, ну, железный фундамент, пилар, стены и так далее, то можно спокойно построить, вообще, прям спокойно-преспокойно железный дом. Потому что вот с одной руды мне дали 50 железной руды. 50 железной руды — это около 100 металла. Так,
Вот, вот это вот, и вот это вот. И даже с сульфуром мне дали 7, плюс 7, всего лишь 7, но ничего страшного, 7 тоже нормально. Да ну, вот. Фу, да, 3000. Всё. Единственное... Нет, не единственное. Блин, что с ним единственное? Мы нормально форманули. Мы нормально форманули с того рейда, это 250 топлива. Это 500 жира. Ну, ладно. Но вот это нормально, 250 топлива. Оно нам на эксплозив понадобится. Но все равно мы в минус ушли. Мы потратили. Со своим эксплозивом, блин. Потратили 5 сих, получили 4. Так-то. На одну сиху мы все же ушли в минус. Хотя если добавить болтовку и деньги, которые я заработал, то можно... Ты болтовку сказать... изучи, ага. Было бы чем, изучил бы. Так, короче, я дерево на 2000 добыл. 10 этих скрафтил, вот я поюсь на хом. 15 секунд. Нет, обязан я обязан медведя убить. Не убив медведя, нет, я поюсь на хом. Попал по медведю. Теперь топором его убью. Все, гори. Точно, без угля никак нет. Гори. Так, самое веселое. Крафтить ганпаудеры. Проще говоря, порох. Да ну. Тут некоторые только гранаты изучают. У нас уже сишки есть. С4, а? Гранаты. И еще. Тут, блин, сколько, знаешь, сколько можно ганпаудер этого изучить? 1000 сульфура. 894. Оу, елюха. Один стак. Проще говоря, полтора стака ганпаудера, все. Не более, не менее. Так, 9 миллиметров. Быстро, пистолет. Ух ты ж, ё-моё. Ну. Чё так мало-то? Все, короче, пошёл дальше. 10 шипов скрафтил, поэтому пойду дальше. Я услышал, как у тебя открылась дверь. Такая, ну что ради того. Ну это, конечно, похоже как на носатый, что там делает. Но мне все равно. Все. Там. Так, факел этот надо выбросить. Вот это. Вот это. Вот это вот, так, вот это вот, да.